10-й профессиональный лицей готовит горожанам подарок. Заросший кустами пустырь перед входом во второй учебный корпус вскоре должен превратиться в студенческий парк. До этого территория долгое время нуждалась в этом благоустройстве, более 10 лет, наверное, немного заросла, кустарниками, деревьями, произведена обрезка, вырезка и корчевание. Спецтехнику для подготовительных земляных работ по просьбе учебного заведения предоставили ГХК и спецстрой. Саженцы для будущего парка пообещали дать в зеленом хозяйстве. Все остальное студенты сделают сами. Планируется высадка декоративных растений, кустарников по периметру. Своими силами мы попытаемся изготовить скамейки для отдыха людей, в частности и студентов, и жителей города, микрорайона в целом вот этого. Достопримечательностью будущей зоны отдыха должен стать декоративный мостик по типу питерского мостика в Красноярске. Его студенты тоже построят своими руками. Первых посетителей парк, по словам Евгения Приступа, будет готов принять в канун Дня города в конце июля.